Блин! Доброе утро, здравствуйте. Общественное движение «Стоп, там по тротуару движется, где люди ходят». Да. Да, ну вот придется вам, пожалуйста, вернуться назад на проезжую часть, как заехали. Вперед никак, все торопятся, но придется все-таки раньше выезжать по утрам. И тем не менее, пойдите на встречу назад, пожалуйста, возвращайтесь. Можете? Да не сдам. А, все, торопится, дама ушла уже. Опять. Понимаете, если вы просто не выйдете назад, мы вам такой замечательный стикер подарим на лобовое стекло. А он очень, ну, тяжело отдирается. Вот видите, мы нашли компромисс. Я пока не нашел этот компромисс. Тогда придется залепить вам лобовое стекло. Попробуем. А, ну вот. Все-таки нашли. Уходи отсюда, уезжай с тротуара. Здесь люди ходят, да собаки бегают. Storms, блин! Большой опасность для людей, сдайте, пожалуйста, назад. Командир, я опаздываю на работу, понимаешь? Понимаете, здесь есть метро. Можно опоздать на работу на метро. Это будет безопаснее для людей. Слушай, ты на метро катаешься, вот и катайся, вот и удачи. Ну вот катайтесь, пожалуйста, по дороге, а не по тротуарам. Здесь тротуар для людей. И чего? Пожалуйста, можете припарковаться и оставить машину у метро. И, пожалуйста, разговаривайте по-культурному. Тихо, чё там? Доброе утро, общественное движение «Стоп-хам». Чего по тротуарам гоняете? А чё, нельзя? А чего? Нельзя, конечно. А люди ходят, не дай бог, собьете. Я человек. Ну, а вы чё? Кто такой? Терминатор, что ли? Пожалуйста, вернитесь назад на проезжую часть. Да. Пожалуйста, возвращайтесь на проезжую часть. Спасибо большое, до свидания. Не-не-не, туда. Давай. Не повезло, правда, туда придется, не, назад. Давай. Не дам. Давай, да. Отходи. Нет, не отойду. Нет, не отойду. Ну, не отойду. А я не отойду. По-хорошему. Хотите по-плохому попробовать? Давай, попробуем. Давайте пробовать. Доброе утро. Общественное движение «Стоп-хам». Вы, к сожалению, двигаетесь по тротуару, что это опасно для людей. Не волнуйтесь, пожалуйста, и сдайте назад. Я не проеду назад, ребят, я не умею назад. Нет, сдавайте, пожалуйста, назад до конца. Или придется наклеить вам еще наклеечку на лобовое стекло. Мы вам наклеим, еще и придется назад уехать. Ребят, давайте не создавайте проблем. Я сейчас... Вот и не создавайте проблем для пешеходов. Я не проеду назад. Не, девушка, сдайте, пожалуйста, назад. Я найду. Меня найдете? Тебе приедут объяснят. Приедут объяснят мне, что нельзя стоять на тротуаре? Ну, давай. И не пускать вас? Давай. Что давай, мне давай. Объяснят? Вы мне номер. Я дам. Номер. Успокойтесь, пожалуйста. Номер, девушка. Говорю. Не волнуйтесь, девушка, успокойтесь, пожалуйста. Я вам говорю, у вас будут проблемы, обещаю. Давай номер. Я дам номер. Что мне объяснят? Что нужно нормально тут... Что? Все, давай. Нет, скажите, ладно, что? Давай. Я дам номер. Скажите, что вы должны объяснить. Уйдите отсюда лучше. Это тротуар для людей. Я уеду сейчас отсюда. Я сказала, уеду. Это тротуар значит, для уеду. Людей. Не поеду больше по тротуару. Вот, и сдайте, пожалуйста, назад. Я не проеду назад. Честно. Тихо. Так вам номер нужен еще? Меня так не вообще. Он сейчас дерево соберет. Вот видите, как это плохо по тротуарам ездить. Какую большую копеечку это встает. Хорошо, удачи. Тихо. Аккуратненько, доброе утро. Доброе утро. Тихо. Слышь, ты что делаешь?
охренел, что ли, блядь? Ты ж, ты что, ничего не хочешь? Че человека дальше не стоит? Пил меня! На, держи камеру. Включи, давай. Руки убери, включи. Включи, давай. Руки убери. Включи, давай. Руки убери. Водитель. Включи, давай. Руки убирай. Руки убирай. Включи, давай. Руки убирай, давай. Я просто присяду на камень полетел. Пойдем, все. Так же нельзя, ребят. Я опаздываю, понимаешь? Я не езжу. Метро. Метро есть. Включи, куда бьем? Давай. Отвали от меня. Ты что, какой-то больной, что ли? Ты что так о меня трогаешь? Я говорю, включи, давай. Вот, уже, вот дорога вот туда. Включи, давай. Не повышай голос. Включи, давай. Я еще говорю, я твои руку убери. Я тебя не держу. И разговаривай нормально, голос уменьши. Руку убери. Ты что, вообще, успокойся. Садись в машину же, вообще. Ездить по тротуарам нельзя. Мешаешь людям, сбиваешь людей. Учись ездить. Машину права купил? Как хочу. Как хочу, вот будешь получать все время. Да, его залепили, по-моему. Вы нарушили? Человека сбили. Алку дают право ездить. Вот мы и то едем нормально. Да, мужчина спорит, ребенок болит. Я там не рассказываю про свои проблемы. А мы ищем. Извини. Ага. Storm's playing!